Всем привет! Помогите разобраться. В прошлом году нашел вот такую вот деревяшку. Я ее уже попилил. Вот так она в сборе выглядит. Выглядела. Очень похоже на сувель березовый. Вот свежий березовый сувель кусочек. Вот еще более от старого, уже темный. Ну, это кап. Изначально, да, после распила закралось сомнение, что текстура древесины не сильно похожа на, это дерево, деревяшка, да, она легкая, как пенза, но не похожа на, если вместе сложить. Мне написал человек, что вот это гриб древесный. Но сколько я видел древесных грибов, они не таких размеров. Вот это да, что он так сгнил. Нашел я его в болотце, рядом с деревом. Лежал береза упавшая, низинка. Он мокрый был, высушил его. Тоже стало интересно, что гриб это или сувель все-таки. Поближе сейчас покажу. Может, это сувель не березы, какой-то другой древесины. Кто знает, подскажите. Сверху текстура, в общем-то, как у древесины. Дерево. Может, там побитый жучками есть. Пористость, да, интересно. Кто знает, напишите, что это все-таки такое. Древесный гриб или капосувель. Все. До новых встреч.